Вау.
Всем привет! Это была песня «Космос Хаус». На сцене «Оттепель». Я так рад, что мы здесь. Это наше первое большое фестивальное выступление. И вообще третье выступление, поэтому похлопайте, пожалуйста, нам. Сегодня мы играем песни, которые уже есть. Песни, которые еще не записаны, которые еще не вышли. И прямо сейчас мы сыграем песню, которая выйдет, я надеюсь, ну, где-нибудь через месяц. Я люблю дописывать тексты перед выступлениями. Сегодня был примерно такой случай. За 15 минут до конца я придумал рифму в последнем предложении. Если я ее вспомню, я ее спою. А вообще она называется «Калейдоскоп». И мы начинаем играть. Спасибо.